Закрытие масштабного и традиционно популярного фестиваля иностранных студентов Брестского государственного университета имени Пушкина состоялось накануне в городе над Бугом. На протяжении нескольких недель конкурсы, олимпиады, семинары, фольклорные праздники, турниры и спортивные программы шли непрерывным потоком, раскрывая все новые и новые грани талантов гостей из ближнего и дальнего зарубежья, которые обучаются в Брестском вузе, а также белорусских студентов. Финальной точкой и своеобразным подведением итогов творческого форума и стал концерт закрытия под названием «Гори, звезда» и «Крепни, дружба». Прошла зимняя сессия. Наступает самое удалое, самое веселое, самое раскрепощенное время для студента. И это время в нашем университете было отведено, предоставлено как раз иностранным студентам. В этом году, как никогда широко, многосторонне и очень творчески, я бы сказал, талантливо, проходит фестиваль иностранных студентов. Как живут и чем увлекаются, что умеют и чему хотят научиться зарубежные гости? Вопросы, которые всегда интересовали тех, кто принимает иностранцев на своей земле. Совершенно иные традиции, устои, национальный колорит в танцах, песнях и литературных произведениях. Все это привлекает особое внимание и вызывает повышенный интерес. Познакомившись с особенностями культуры народа, можно лучше понять и самих людей, найти точки соприкосновения и обрести настоящих друзей и единомышленников. Дружимся, основное там, конечно, дружба с белорусами, туркменами, другие страны есть, из Казахстана есть, из Азербайджана есть, еще как есть, из Нигерии есть, из Китая есть, из Японии. Мы все просто дружимся, просто замечательно, все у нас нормально. Сегодняшний день очень особенный, радостный день для меня, потому что это для меня очень большой, долгожданный праздник. Мы со своими друзьями, коллегами очень долгое время готовились, и это для нас очень веселый и теплый праздник. У дружбы нет и не может быть препятствий в виде другой национальности или непонятного для восприятия языка. Дружба – самая интернациональная из всех мировых понятий и самый легкий способ жить на планете, где нет военных конфликтов, столкновений и страха за будущее. Именно поэтому на белорусской земле всегда рады тем, кто приходит с миром и готов к открытому и позитивному общению и развитию. Это чувствуют и сами иностранцы, которые, уезжая после окончания университета, сохраняют добрые и светлые воспоминания о стране, которая стала для них близкой и родной. Я буду рассказывать. Это Беларусь, это красивая страна, и еще дружба любимая, и еще красивые много мест. Очень именно вот мы живем в Бресте, да, это исторически. Мне очень понравилось, это Брест и крепость. Мне очень здесь понравилось. Я всем советую, чтобы они все приехали сюда учиться. Здесь очень хорошо. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.